Буду делать бастурму из говядины и из свинины. В первую очередь подготавливаем мясо. Убираем все жирные части и оставляем мякоть. Мясо подготовили вот так. Говядина. Берем контейнер. Дно контейнера засыпаем солью. Сверху кладем мясо. Сверху засыпаем соль. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 2 дня. Таким же способом делаем с говядиной. Говядина тоже готова. Накрываю крышкой и отправляю в холодильник. Спустя 2 дня достаем мясо из холодильника. Мясо полностью в воде, сливаем в воду и промываем мясо. Мясо промыли. Сейчас будем сушить и заворачивать в полотенце. Плотно заворачиваем мясо.
Накрываем доской и ставим под пресс. И отправляем в холодильник на 2 дня. Достаем мясо из холодильника и разбираем эту конструкцию. Разворачиваем мясо. Нанизываем мясо. Мясо подготовили. Сейчас приготовим перцовую смесь. Для смеси нам нужна вода, пожитник, паприка, мука, красный острый перец, черный перец, чеснок и томатная паста. Все это кладем в глубокую миску и перемешиваем. Вот такая смесь у нас получилась. Сейчас будем смазывать мясо. Смазанное мясо кладем в контейнер. Продолжаем.
Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 2 дня, чтобы мясо пропиталось. Достаем мясо из холодильника. С помощью ножа равняем мясо. Все, готово. Сейчас будем вешать. Все то же самое повторяем с остальными кусочками. Бастурма готова. Сушила я ее 7 дней. Сейчас будем резать. Сейчас порежу свинину. А сейчас я порежу говядину. Вот так выглядит. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!